Кате и папу Свет. Идем в контактный зоопарк. Идем кормить животных. Смотри, вон он, смотри какой. Какой хороший енотик спает, Лёвин. Так, а это у нас кто-то? Спит. А что вам снится, енотики? Интересно, если мы их покормим. А, Ира, вот эту корму. Катя, держи. Ручку давай, 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 давай вместе. Не отпускай раньше. Ну давай, не бойся. Бе. А еще, девочку покормим? Девочку, козочку. Пойдем дальше. Знаешь, что ты хочешь? Кать, бери, возьми, Катя. Так, пойдем, пойдем. Вот этого давай. Давай. Нет, руку мне отдай. Ух ты! Кенгуру, Кать, смотри, беленькая какая. Она... Ух ты! Подожди, сначала я посмотрю, как он берет. А может, у нее есть яблоки? Я не знаю, как-то он понюхал и отвернулся. Ну ты побольше стой. Так, Кать, подожди. Вообще они же... Смотри, Кать, олень будет. Ух ты! Иди к маме, Кать, возьми. Иди вперед. Да, у нас еще коробка есть. Пошли дальше кушать, ням. Олень решил, что мы должны остаться у его клетки. Зай, зай, туда, туда. Кать, смотри, какая. Ага! Сейчас, Кать, будем его кормить.
Давай, ням-ням, да. Не закрывай. Смотри, кого они там нашли. О, зайчик. Кай. Давай кенгуру покормим. Зайка, ку-ку, мы тебя еще будем кормить. Ня. Еще одну ей дадим, она сейчас прожует, еще возьмет. Сейчас она прожует. Вот, смотри. Всем привет на канале Леди Кейт! Мы в прикольном контактном зоопарке. Мы тут будем кормить заек, мы тут будем кормить кенгуру. Да, кого еще будем кормить здесь? Оленя, верблюда, ламу,